в анапском филиале Московского педагогического государственного университета. Состоялось открытие выставки кафедры социально-гуманитарного образования и дизайна. Стоит отметить, что мероприятие было приурочено к 20-летию филиала. На выставке был представлен ряд работ выпускников, студентов и преподавателей кафедры. Несомненно, мы гордимся кафедрой дизайна. Дизайн – это то направление, которое мы единственные в городе развиваем, обучаем. Поэтому мы думаем, что это одна из лучших выставок в городе. И те работы, которые представлены, действительно, они уникальны, они очень творческие, талантливые. И мне кажется, что мы должны гордиться такими выпускниками. И, несомненно, мы гордимся преподавателями, которые работают у нас на кафедре. В поисках новых форм, цветов, фактур дизайнеры анапского филиала Московского педагогического государственного университета находят поистину необычные решения, которые приводят в восторг, вызывают удивление. Порой даже не догадываешься, что тот или иной материал может превратить работу, посвященную церковному празднику, в настоящее произведение искусства. Конечно, это очень интересная работа, духовная, и я тоже была поражена этой работой. Гости выставки отметили не только профессиональный подход к выполнению учебных заданий студентами, но и появление особого авторского стиля. Выставка богатейшая. Представлено столько работ и преподавателей, и студентов, которые по уровню ничуть не хуже работ, которые представлены у нас в Питере в Русском музее. Любая из картин, выполненная то в стиле графики, в масло, акварель, прекрасные там триптихи, любая работа из этих может украсить не только интерьер кафе или местного музея, или, я думаю, что музей этнографический в Петербурге, с удовольствием бы поместил некоторые работы с краеведческим колоритом, куклы в казачьих костюмах, которые выполнены, опять же, на очень высоком профессиональном уровне. Выставка обширна по своим не только композициям, инсталляции представленные, и художественно-графические работы, и резьба по бумаге, резьба по дереву, по гипсу. То есть уровень студенческих работ настолько высок, что, поражаешься. И хочется сказать большое спасибо преподавателям, которые являются фактически... фанатами своего дела. На выставке были представлены более 500 работ, выполненных в различных направлениях и техниках. Батик, живопись, рисунок, бумага-пластика, скульптура, разработка дизайн-проектов. Все произведения вызвали огромный интерес у почетных гостей. Впечатление, естественно, очень хорошее. На самом деле у нас в университете же это целое такое достаточно большое движение. На базе нашего университета в Москве действует Институт искусств, который объединяет художественно-графический факультет и музыкально-педагогический. То есть мы готовим специалистов по самым разным направлениям нашего современного искусства. Планируем открывать балет и другие направления искусства в нашем университете. И поэтому, когда к нам присоединился анапский филиал, мы были приятно удивлены и увидели, что он усиливает возможности нашего университета и достойно представляет нас на Кубани. И поэтому, конечно, очень приятно. То, что, как я понимаю, очень важно еще и то, что для города социальный же вопрос там, потому что основной же курортный город, поэтому необходимо, чтобы он был красивый. И я думаю, что с помощью наших студентов этого филиала, он будет все хорошеть, она будет хорошеть. Цель выставки – показать разнообразие направлений дизайна, возможное развитие творческого потенциала в стенах анапского филиала Московского педагогического государственного университета. Ведь именно здесь учебный процесс осуществляет квалифицированный профессорско-преподавательский состав. Мы выпускаем квалифицированные кадры. Это дизайнеры. Это дизайнеры в широком смысле этого слова. Те, кто завтра будут работать на предприятиях, в рекламных агентствах, кто будут развивать и украшать наш город. И все творческие люди, несомненно, работают у нас на дизайне. И на кафедре дизайна, и поступают к нам. Все, кто приходит на дизайн, это все, кто любит творчество. Поэтому всех выпускников, кто любит творчество, кто видит себя в творчестве, мы приглашаем к нам на дизайн. В колледж или в вуз. Добро пожаловать. Олеся Давыдова, Виталий Кущ, 39 канал.